Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Соревнования как бы от нашей федерации, федерации ездового спорта, она у нас только основана, получается, 12 февраля 2014 года. Они у нас сегодня зимние первые. Кинон, во-первых, уже как практически весь растаял, как бы снега там мало, и это очень опасно для собак, потому что они суставы могут повредить на гололеде, потому что они очень скользят. Как бы, то поэтому эта спортивная база лучше. В соревнованиях участвуем первый раз и решили участвовать в веселых стартах, так как у нас нет ни упряжки, ни двух собак, поэтому мы будем вести ребенка на санках. Да, в дальнейшем планируем, учимся уже. Надо только научиться мне на лыжах кататься сначала. Участников сегодня немного, потому что как бы, ну, побаиваются как бы больших трасс. У нас еще люди как бы больших дистанций привыкли по 300 метров бегать, а тут километры, а на упряжках уже 2 километра. То получается, упряжек у нас 4, в скиджоринге было женщин 3, мужчины 2.